В этом видео я расскажу, как получить виртуальный манекен по реальным фотографиям. Фотографии мы делаем, соблюдая ряд условий. Во-первых, мы должны разметить нашего клиента так, чтобы все изгибистые места и важные объемы были четко промаркированы. Во-вторых, фотографировать мы будем строго по правилам, чтобы уменьшить влияние искажений, которые привносит объектив фотоаппарата и законы перспективы. Нам нужны фотографии клиента со всех сторон. Мы размещаем их в 3D-пространстве программы, масштабируем и начинаем строить виртуальный манекен, форма которого будет повторять геометрию тела клиента. Я буду выставлять каждую точку в объеме, пользуясь положением ее на плоском виде фотографии, обязательно учитывая те искажения, что привносит перспектива. Потом по точкам нарисую основные обхваты и обрисы фигуры и натяну на них поверхность. Если фигура критично несимметричная, то буду учитывать асимметрию при построении манекена и отдельно восстанавливать в объеме левую и правую части фигуры. Обязательно проверяю построенный манекен по основным меркам и корректирую до полного совпадения. Виртуальный двойник готов. Обычно на его построение у меня уходит около 1,5 часов. И еще замечание. Такой манекен нам не подойдет для построения брюк. Для них мы должны сделать еще серию фотографий с иной разметкой фигуры и положением объектива при съемке.